Друзья, мы рады видеть вас. А перед началом просмотра не забудьте подписаться на наш канал. Сегодня Михаил Ефремов отмечает день рождения, актеру исполнилось 57 лет. Однако вряд ли у артиста будут силы, время и настроение отмечать, потому что в этот день он находится на пути в колонию. Только вот о местоположении Ефремова неизвестно до сих пор. Ранее виновника ДТП резко этапировали из СИЗО номер 5 в Белгородскую область. Об этом решении не сообщили ни правозащитникам артиста, ни ему самому. Сейчас родственники актера не знают, где он находится. Возможно, сейчас Михаил Олегович ожидает в пересыльном пункте в СИЗО в Орле, а если верить другим данным, тогда он уже прибыл в Белгородскую область. К слову, в исправительной колонии уже все готово к приезду Ефремова. Отбывать наказание актер будет в 8-м отряде, в котором когда-то сидели Кокорин и Мамаев. Сначала артист будет содержаться в отдельной камере, однако после двухнедельного карантина его переведут в общий барак. Ранее стало известно, что Михаил Ефремов отказался отбывать срок в Чувашии. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропускать свежие выпуски.